Всем привет! Сегодня решила сделать печенье. Очень его хвалили. Это по рецепту Самвела Дамяна. И хотела проверить на самом деле. Значит, к чаю хочется чего-то уже необычного. Все настолько надоело. Решила проэкспериментировать. Значит, в тесто нужно 4 желтка, пачку сливочного масла и полстакана сахара. Погасить соду уксусом и все это перемешать. И 2,5 стакана муки. Затем это тесто я выложила на противень, застелив пергаментной бумагой. Сверху перекрученные, без ничего, просто 2 или 3 лимона, как вам нравится. И сверху засыпаем изюмом. Изюм я предварительно запарила кипятком. И сверху должно еще быть безе, белок с сахаром, и грецкие орехи. Сейчас будем взбивать белок. Я буду взбивать в своем комбайне. Так, теперь выкладываем белки. У меня, конечно, растеклись. Они нету такого, как должно быть. Миксера нет, поэтому только в таком состоянии будут у нас белки. Должны быть до пика устойчивых, но у меня так не получается взбивать. И они уже греются, и поэтому я боюсь, что они мне просто-напросто испортятся. Я беру грецкие орехи и тоже их. Блин, ничего сделала, не то сделала. Надо же поменять рассадку. Я продержала этот пирог в духовке 25 минут на где-то 160 градусов. Он пропекся, хрустящее, видите, безешка, лимонная прослоечка и потрясающе нежное печенье. Так что, я думаю, моя семья будет в восторге, такой подрумянившийся, так что класс. Так, надо порезать.